Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. Мы продолжаем прохождение в век мифологии титанов. И в прошлой части мы проникли в подземелье царства Аида, дабы остановить снова разрушение врат, ведущие к Кронусу. Так, собственно, у нас есть шахта на 1000 золота. Ну, что это за фигня? Где мои солдаты прошлой битвы? Там было до хера крутых прокачанных воинов, которые я потратил, ну, такое приличное время на создание вот таких крутых персов. И что я вижу в итоге? У нас есть чмошные игроки. У нас есть враг. Отлично. Пойдемте сюда, потусим. Так, и собственно, что я тут делать-то буду? Тут же ничего нет. Пойдем проверим, что тут вообще есть. Какой-то мудак тут бегает, что-то надо ему. Засранец. Там, пускай бегают они. Че тут создавать-то буду? У меня даже... Опять все не прокачано, ресурсов нет. О! Неплохо. Пока что. Так, и у нас есть гномики. Вот это и то на 3000. Неужели чем это фигня? Так, и тут же я вижу пропасть. Герои ясен пень подсвечиваются крутыми чувачками. И нам нужны юниты защищать колодцы. Колодцы. Ци-ци-ци. Статуя старшего божества. И у меня нету крысяшек. Крысяшек. Вау. Скади увеличивает скорость работы ферм. Улучшает атаку крестьян и скорость сбора пищи на охоте. Убирает весь. Так. Добывать дерево и способны больше носить. Тут пока качаем. Так, мне бы еще вот эту фигню. Все-таки ушат. Блин, тут посолочки они. Ну, 150 уже. И быстро их расхерачить. Так. Пойдемте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут лесочек, кстати, есть небольшой. Скипа? Так. Скипа. Я надеюсь, сейчас никто нападать не будет пока. Домики разрушены. Скипа. Ну, кстати, лесочек. Отлично. What the fuck? Так, ребятки, у нас работают. Боги дают вам еще больше милости. Давайте быстрее всех. Вау! Средний. Ну, это средний, я не помню, там, на 3000. Просижи. Не. Так, не, не буду. Yeah? Не буду просижи. Так, я чувствую, что он просто не дойдет. Кстати, ну, такой прикол есть. Я хочу посмотреть, что здесь. Давай, беги, беги. Так, ты отнес? Отлично, красава. Возвращайся. Так, я бы еще осмотрелся очень много. Но я боюсь, просто заспауню. NPC-шник. А этого не хочу. Так, ты работай. Угу. Стену тут сделали. Какие нехорошие люди. И, кстати, тут голубенький такой подбегал. Мне совсем не нравится.
7 стрельб будет дерево и способ больше носить. Все они быстрее собирают пищу в сферу. Ну хоть. Да у меня охота не будет. Корона еще на них. Хрень какая-то. Так. Тартар все рушит и рушит. Блин, я бы занялся строительством, но у меня что-то припасы еще тухнут. Ага. Туманыч Бухалыч. Да-да-да. Да-да-да. И вот это. Сейчас и будет. А теперь пойдем. Позанимаемся. Something. А, ну с ним ну, вообще здорово. Сколько домиков тут построить можно? Офигеть. Яу. Так, вот тут работаете. Да. Здорово, конечно. Ай, так, ладно. Не с такой жопы еще выбирались. Из этой выберемся. Наверное. Так. Так. Так, работаем пока, работаем. Больше крестьян и больше гномов. Так, иди-ка сюда. Ушатывай потихонечку. Надо качать. Семеро. Семеро одного не ждут, да? Так. Сюда. Сейчас седьмой как раз будет. Сейчас, вот, в данный момент я уязвим, прям не знаю как. Бери и натягивай. Но нет, не хотят идти натягивать. Интересно, он сам догадается идти? Можно пока смотреться. Если не нападут никто. Не нападет. Вот еще золото. Ну по золоту хотя бы проблем нет. Так, это что такое? Волшебный корабль обеспечивает пищей все ваши города, разместите реликвии. Херон, ты знаешь, что делать. По тысяче. Этимус. Да, они сами доходят. Или нет? Не, не доходит. Шахт.
что за фигня? Фу, я себе проседает. Хельпоин? Питер. Куда у меня один делся? Отправил его. Я говорю, вот поэтому и боялся сначала отправлять. Ну, вот так, типа, нажал и все. Он просто херачит тупо по карте, потому что вот за этой перегородкой они находятся. Вот и все. А здесь, типа, имитация, они под землей находятся. Вот и все. Ну, блин, полвека идет, а. Так, вот у нас по 1000 есть уже так. Где вы? Ёбкарный бабай! Назад! Чувачки, назад! Где Херон? Да. Убежал Херон. Откуда вы взялись-то? Скажите, там где-то пробежали. Ушатать. Да, и ФПС проседает. Ну, самое то. Поэтому я и боялся. Вот этой фигни. У нас кто-то нападет. Быстро подлечу. Надо стенку построить. Солдаты, значит, нужно. Позарез солдаты. И солдат никак. Мне кажется, отсюда где-то пришло. Хотя бы создадим небольшую оборонку, чтобы таких неожиданностей не было. Врасплох не застали. Ну вот уже. Вот и строй. Давайте посмотрим, что у нас тут. Главное, чтобы таких же приколов не было. Сейчас тут зайдут какой-нибудь этот лагерь этих. Вон они еще откуда-то ползут. Нахер. Ну куда вы идете? Что вы не видите их, а? Они сзади вас идут, а вы это такие типа ни при чем тут вообще. Так, по-моему, там надо это создать. Вот это хрень. А, уже затор играем. Ну я бы тут, собственно, если здесь тупик какой-нибудь, я бы здесь стенку и тут занимался земледелием. Так, смотри, как много приколов. Ты что делаешь, а? Офигел вообще. Это они где-то тут еще были, откуда они, может, вот здесь где-то шли? Мы же стену построили, они могли в обход пойти. Так, ну вы бы все бы-то не шли, а? Остались бы тут парочку. Так, ну тут они точно не пойдут. Тут ж нет никого. Сорок уже, нифига себе. Так, ну тут тупик.
Здесь я не знаю, что у нас тут есть. В принципе, не должно никаких проходов быть. Хотя вполне возможно, так мимо проходили, так обошли. Все-таки один тут нашелся, дурачок. Или где-то вот отсюда идут, топают. Второй. Так, теперь могу качнуться. Да блин, вы издеваетесь. То вам рынок нужен, то еще что-то. Хотя бы так немного обезопасим себе. Уничтожить. Один останься. И говорю, оттуда где-то идут. Угу, понял, да? Где жопа-то горит? Потом понадобятся солдаты, чтобы вниз их спустить. Так, сколько там надо? По 1000. Давайте вторую построим, ребятки. Ну как FPS-то проседает? Ладно, сейчас посмотрю, что там еще может быть. Так, вроде посмотрел, все уладил, порешал вопросики. Так, на тушку начну. Еще чучки есть. Ну что вас все тыкать-то надо? Носом тыкать надо. Вас. Вообще даже никто не нападает вообще. Разгромили шахту. Чувачки у нас создаются. И сейчас надо будет кацаться. Кацаться надо будет. Я только отошел, а? Ну что за фигня? Не надо солдат держать. Чёрка сень-то делает. Поддается, нельзя тянуть с атакой. В смысле нельзя тянуть? Ты мне дай создать солдат хотя бы. Начнем с этого. А то не видишь, как нападают дерзко. Может сначала пойти разобраться с ними? Но думаю... Это подождет. Мне понадобится... Так... Я создал фото, да? Мне вот эта хрень понадобится. Скипан, угу. Смотри, сколько мяса. Смотри, сколько мяса. Занимайся мясом только. Ушатали. А как ты прошел? Здесь как-то, может, или тут? Йоу.
сейчас всех подлечит. Ну, блин. Ну, хотя, видишь, башенки-то справляются пока. Но это на всякий случай тут пока еще побудут. Мало ли что. Хотя есть еще крестьян. Но, блин, если я крестьян сделаю, то не смогу потом их обратно, придется создавать заново. А если ресурсов, скажем, не будет, это херово будет. У нас по мясу вообще тут. Ну, я думаю, они справятся. Будем надеяться на это, во всяком случае. Я еще подморожу. Ягодички. Такая ходка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, смотри, справились почти. Что у вас все носом-то тыкать надо? Ладно, пойдемте. Только я бы вот этого оставил тут. Без него пошел. Сначала надо с великаном будет разобраться. Ух ты, сколько тут. Да, без качества они быстро нас натягивают. Просто быстро и все. Только за счет героев, потому что они их натягивают. Так, сюда, по-моему. Может, тут какие-то приколюхи спрятаны, но что-то мне неохота подходить там. Да. Ну, этих, я думаю, мы этот ушатаем. Меня тут самого ушатывают. Что значит трое? А где остальные? А где ваш-то? Мне бы этот тогда. Симнос. Я. Три. Четыре. 5, 6, 7. Да ладно, вы что их ушатали, что? Красавцы. Вот здесь бы я бы создал чик. Но нельзя. Увы. Подморозим вашу репутацию. Нигде ничего нельзя создать. Херово. Плоскость неровная, скорее всего. Яу. Ты кто? Сахт. Даем всех потихонечку. Да, вовремя их заморозил. Вот они меня сейчас тут ушатали вообще. Все, да ладно. Тут еще есть. На 3000, по-моему. Помочь. Такие в сторонке стали вообще деловые.
Без поддержки они сейчас ушатают. Без двух. Ребят, оставьте меня. Я пока подлечусь. Вы там подрочите немного в углу. На чем он рассчитывает? Оббегает такой. Думает, с другой стороны лучше, что ли, будет? Сомневаюсь. Туда, все туда. Ага. А если так? Туда? Туда. Туда. Все туда. 70 уже процентов, офигеть. Да мы успеем. Я, по-моему, на 90-х спасал. Что-нибудь тоже хилится, что ли? 91. Да нет, вроде. Такой же. Такое же здоровье. Это мы на таран используем. Так. Последний остался. Чё тут с фермой? Чё тебе надо? Занимайся делом. Тут такая. Это все из-за этого, конечно. Ну, блин. Ну, я думаю, шатайте. Еще создам. Да. Ушатаем. Не ушатаем. Что-нибудь тут нападает. Во вход пошли новые флесы. У нас и подхилились, все чики-пухи. Куда они убежали? Ни хрен с ним. Не хотят сражаться в честном бою, так пускай валят. Золото на исходе, кстати. Ну и хрен с ним, у нас 5000 сразу. Подкрепление пришло. Играем в обход пошли. Дурачи. Думаю, тут лучше, что ли, будет. Ну, сейчас они стену сломают. Так. Ну, ёпаломане. Ну, еще крестьян создам. Ну, как создам? Заставлю сражаться за мою сторону. Дам им меч в руки, скажу. А ну-ка, сражаться. И все, и все дела. Сохранится на всякий случай. Мало ли что. Тут все справились. Или они в обход тоже пошли? Ой, они вообще прям так могут. Я опять тут ушатываю всех. А, можно было и не уничтожить, ну ладно. Кто это рам подготовил? Отступаем к колодцу! Мы встанем там. Нафига отступать-то? Меня такая армия постоянно нападала, я их ушатывал, а тут. В ролике есть такая армия, то все, отступаем. Дресня.
Да че их не ушатаешь? Смотри, как выстрел сейчас сделать. По камушку. Пойдем. Нет. Аркант, нам нужно уходить. Ему уже ничем не помочь. Какая игра актеров. Оскар. Оскар плачет. Просто это невозможно. Херон, пойдем. Пошли. Угу. Пошел. Херон. Нет. И стоит. О да, просто великолепная игра. Оскар плачет. Герои по неволе. Я и забыл, что он погиб. Скорее прячьтесь все! Кто-то сюда идет! Херон был великим воином. Нам не забыть его жертву. Что теперь будем делать? Обожди, что это? Вы? Как вы сюда попали? Мы шли за тобой. А почему бы вам было просто не пойти с нами? Локи, это он пытается одурачить нас. Наша задача слишком важна. Мы не можем доверять незнакомцам. И что у вас за задача? Племена великанов живут к северу отсюда. Нам лучше усилить защиту на юге. Да, и нас попросили сделать еще один. Мне нужно добыть рукоятку из стержневого корня. У Эйтри есть оголовье. Нам придется встретиться. И если молот Тора при нем, он замурует врата. А, вот это что-то я помню. Если мы добудем золото и отправим его наверх, мы получим подкрепление из колодца. Яу. Все запутано у вас. Ладно, давайте. Следует избегать ворот. Враг слишком силен, и нам его не одолеть. Как заново? Там же дохера было. Ну. Ладно, давайте на этом заканчивать. С вами был Реактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. С вами был Реактор. До скорой встречи.